Привет, дорогие подписчики! Привет, коллеги! У нас сегодня такое коротенькое видео, причем не обучающее и не рецепт. Два повода, два классных повода. Первый повод, это вы можете увидеть его внизу, на канале 1000 подписчиков. Мы перешагнули этот рубеж. Ну, по меркам YouTube, 1000 подписчиков – это немного, но у нас ведь каких 1000 подписчиков, таких как мы с вами, людей, которые хотят научиться готовить, хотят, в принципе, учиться чему-то новому, любителям, любители кулинарии. Да? А ведь фактически у нас с вами действительно сообщество вот по интересам. Да? Вы знаете меня, знаете, что я делаю, знаете, чему я учил, чем делюсь с вами. Я знаю вас, я вижу, я читаю ваши комментарии замечательные. И вот такое взаимодействие, вот это очень классно, это очень радует. И, собственно говоря, ура, цифра 1000 показывает, что мы, так сказать, да, нашли вот это место сбора и движемся вперед. Это отлично. И второй есть информационный повод, дорогие друзья. Это наш канал «Хочу научиться готовить» обзавелся первым серьезным партнером по технике. Это компания «ProGourmand». Это эксклюзивный дистрибьютор компании Vaxstar, швейцарская компания, которая, ну, производитель техники. Это сувиды, вакуумные упаковщики. Это уже техника серьезная, это не игрушки всякие. Вот видно? Да, видно. Это вакууматор, это сувид, серьезный такой, классный, с электронным табло, даже термощуп есть. Вот, ну, если с вакууматором, как бы вакууматор у меня уже давно, то вот с таким агрегатом от Vaxstar я не работал. Поэтому все будем... Это я просто, да, показать, что это такое, чем занимается компания ProGourmand. И теперь на канале у нас поддержка по этой технике будет. Вот. Еще у компании ProGourmand есть такая классная штука. Это окуриватель. Устройство, которое позволяет окуривать дымом продукты. То есть буквально, вот помните, форель мы разделывали, да, солили форель. Вот эту соленую форель окурил. Я такой штукой не пользовался никогда. Мой опыт тоже такой первый. И очень мне это понравилось. Буквально минута, и получается подкопченная форелька. Прям обалденная штука вообще. Про всю эту технику я, конечно, сделаю обзоры. Конечно, будут уроки, будем на ней готовить, объясню, что это, для чего это нужно. Если кто не знает, кто первый раз вообще слышит вакуумный насос, там сувид и так далее, все расскажу, покажу. Обзоров на канале пока было немного техники, да, мы вот начали там блендер, вот, продолжим вот этой техникой, дальше я там буду показывать тоже применение, да, и соковыжималки, и там, и мясорубки, и все остальное, все будет. Вот, но, тем не менее, да, я всегда говорил, что сотрудничество с брендами, с компаниями, с производителями у меня будет. Собственно, для чего? Мы с вами, кулинары, мы любим готовить, и техника на кухне, техника кухонная, да, нам нужна. Она расширяет наши горизонты. Но я всегда, как говорят, да, топил за то, и буду всем рекомендовать покупать технику хорошую, качественную. Чтобы она была мощной, чтобы она выдерживала нагрузки, чтобы с ней было приятно и удобно работать. Вот. И эта техника именно такая. И, собственно говоря, наш партнер позволит нам всем вам приобретать эту технику с хорошей скидкой. Но об этом позже. Об этом позже все расскажу, покажу, поготовим на ней и, так сказать, пойдем. Ну вот, коллеги, такие два повода. Я считаю, что они весьма неплохие. Даже, я бы сказал, просто знаменательные, хорошие 1000 подписчиков и первый серьезный крутой партнер на канале. Это здорово, это радует. Движемся вперед. И все время забываю, где. Вот, ага, вот здесь, да, вот здесь шильдик группы ВК. Призываю подписываться по одной простой причине – средства общения. Там можно скидывать свои фотографии, какие-то вопросы, фотографии блюд ваших. Уже даже там люди мне скидывают вот фото ножей, я даю пояснение. Потому что в ютубовских комментариях ни фото, ничего не сделаешь. Призывать к подписке я не буду, потому что это видео в основном только для вас, дорогие мои подписчики. На этом пока все. Скоро будут рецепты, скоро будут обзоры всех этих штук профессиональных. Так что до встречи. Пока.